Добрый вечер всем ученым и любящим науку, и не ученым, дипломатам. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы собрались на этот уникальный вечер. Я лично этот вечер ждал, когда узнал, что Томас Венслоу приедет к нам, с той же минуты и начал ждать этого вечера. Потому что каждое соприкосновение с такими людьми, как Томас Венслоу, дает какую-то духовную такую, знаете, веру в жизни, что ты не зря живешь, что ты все-таки, что ты должен быть самим собой. И вот, да. И я за это очень благодарен Томасу, потому что я немало прочитал его и статей, значит, книг. И я лично очень рад, что сегодня в такой уникальной камерной атмосфере в этом доме Балтушайтиса, который собирал, как я уже говорил, и 100 лет назад элиту, значит, российского, значит, интеллектуалов Серебряного века, значит, в этом месте и Марина Цветаева была, и Скрябин был, и Пастернак, и Брюсов, и Шагал, и Добужинский, Иванов, и многие еще другие, которые на самом деле оставили после себя вот эту вот намоленность в этих стенах. И мне очень приятно, что вот мы сегодня будем слушать Томаса. Я думаю, что многие из вас зададут какие-то личные вопросы, и не личные. И уйдем после этого вечера наполненные и душевной, и такой жизненной энергией. Томас Венслоу. Литовский писатель, поэт, журналист, философ. И на вечер сегодня ему будет как бы так спутником в вашем вечере, да? Будет Анна сопровождение, вот Анна Герасимова. Она еще имеет очень прекрасное имя, которое я очень люблю. Может, это некрасиво, но я думаю, что Умка такое красивое, у нее есть псевдоним Умка. Да, потому что она не только переводчик прекраснейший, но она еще сама сочиняет музыку, поет прекрасно, рок-н-ролл поет. Поэтому представьте, какой сейчас дуэт будет Томас Венслоу и Анна Герасимова. Спасибо. Ну, я скажу несколько слов. Вы будете говорить, Аня? Вы будете говорить. Я буду говорить. А, понимаете... Дамы и господа, ну, вечер будет, наверное, по-русски, хотя тут довольно многие знают литовский язык. Но дело в том, что мы с Аней переписываемся постоянно, у нас много общих дел, и у нас уже так установилась традиция, я подписываюсь Ипполит Матвеевич, она подписывается Ося. И, да, ваша Ося. И причем вот только что говорили, что же будем делать. На что Аня сказала, ну я буду говорить, я буду сидеть и надувать щеки. По классическому, так сказать, по классической фразе из этого романа. А получилось все наоборот? Получается пока наоборот. Посмотрим, что будет. Теперь Аня сделала книгу, которой я очень горд. Это моя 5-я книга стишков на русском языке. Причем меня, в общем, не везло в жизни, особенно с русскими переводчиками, в числе которых были и Бродский, и Горбаневская, и Кушнер, и кого только не было. И Гандельсман, которого мы даже и прочтем стихотворение 2 в его переводе, хорошие переводы. Но лучших переводов Ани, кажется, нет. То есть и Дмитрий Быков недавно даже сказал публично, что за последние, там, не знаю, то ли 10, то ли 20 лет, это вообще лучшие переводы на русский язык, когда бы то ни было появившееся. Вот, ну, книга называется «Метелинга». Это название, которое нуждается в объяснении. «Метелинга» – это «нота лингве», знак языка. Так называлась дощечка, которую в XIX веке в старых польских или русских школах, литовских школ тогда вообще не было, вешали на шею ученику, который вдруг заговаривал по-литовски, на перемене или где-то там. То есть это было такое позорное клеймо такое, нота лингве. Ну, ученики это прозвали метелинга.
И их воспитывали из них, чтобы, так сказать, некое, внушали им правильное поведение, что вот если кто-нибудь другой заговорит по-литовски, ты быстро это можешь на него перевесить. И таким образом воспитывали верноподанных, верноподанных, скажем так. Это название мне предложил когда-то, очень давно, для моего первого сборника, единственного в Литве сборника, Пранас Моркус. Пранас Моркус – такой литовский человек, по-моему, самый остроумный человек в Вильнюсе и в Литве. Мой близкий и многолетний друг сказал, вот ты говоришь не то, что вот говоришь по-литовски, это многие говорят, это, так сказать, все-таки не запрещено. И книги издают, но ты говоришь не на том поэтическом языке, который нужен. Поэтому советую назвать тебе книгу «Металинга». Ну, Пранас вообще у меня придумал также хорошее очень название для книги переводов. Я предлагал еще книгу переводов литовскому издательству, которую так и не взяли. Но там был Пастернак, Эллиот, кого там только не было. И Пранас предложил название «Идеологический ящик Пандоры». Вот, ну, опять же, трудно ожидать, чтобы такое название прошло цензуру, но название хорошее. Для себя же Пранас тоже писал стихи, которые никогда не издал в сборник, но, ну, мог бы, в принципе, и придумал тоже одно из лучших названий, когда бы то ни было придумано для своего сборника. «Гениальные и другие стихи». Вот, так вот... И тогда я понял, что слово «Металинга» не пройдет цензуру по причинам коннотации этого, и решил это просто перевести на литовский язык. «Нота лингве» – это знак языка, то есть «колбос жанклас». И мой первый сборник так и назывался «Знак языка», «Знак речи», точнее. В чем отражалось и мое тогдашнее, да не только тогдашнее, в общем, всегдашнее увлечение семиотикой. А теперь дожили до новых, так сказать, времен. Да, и дожили до новых времен, и это название «Металинга» пригодилось, наконец-то. Вот мы почитаем стишков 8, я думаю, из этого сборника. А потом, наверное, будем отвечать на вопросы. А я еще два слова скажу. Значит, я уже тоже, это не первая презентация этой книги, к сожалению или к счастью, не знаю. И я каждый раз рассказываю в двух словах, как это получилось. Собственно говоря, однажды я прочитала книжку прекрасную, значит, про Вильнюс. «Город в Европе», книгу Томаса Венслова, которую перевела Мария Чепатити. И говорю: «Маша, какая прекрасная книга, как замечательно переведена» и так далее и тому подобное. А Маша говорит: «А я вот перевожу сборник эссе, и мне нужно, чтобы кто-то мне помог, потому что я не успеваю». Я говорю: «Ну давай я переведу». Перевела несколько эссе Томаса Венслова с трепетом, понятным. Вот, потом оказалось, что ему понравилось. И я внезапно для себя, поскольку, ну, вообще стараюсь лезть во всякую дырку, бежать впереди поезда, совершать всякие противоправные действия такого рода, я зачем-то подошла на этой самой книжной ярмарке позапрошлой вильнюсской и говорю: «А можно я еще ваши стишки поперевожу?» На что мне было отвечено: «Да, конечно, конечно, для меня будет большая честь». Я крайне удивилась. «Ну, давай переводить активно». А в это время... В Лимбахе, в Петербурге стали издавать сборник переводов. Это Томаса Венслова, юбилейных, так сказать, разных переводчиков. И мне говорят: «А выберите какие-нибудь стихи и переведите». А я говорю: «А как я могу выбрать? Я их выберу, они меня не выберут. И как?» Мне говорят: «Ну что это за лирика, как это так? Надо проявить профессионализм, вчитаться в текст». Я говорю: «Я не могу, понимаете, это же это...» Они, оказывается, взяли, раздали разным переводчикам разные стихи и говорят: «Вот переводите». Ну, как, я не знаю, как, ну, как будто это эссе или там, ну, хотя бы рассказы. Я говорю: «А вдруг я эти стишки выберу, а они, значит, меня не выберут. И как я буду жить дальше?» Вот. Ну, пришлось мне брать весь корпус текстов, одобренный автором, составленный, полностью исправленный и так далее, переводить с самого начала, с 56-го года до наших дней.
Вот, то, что поймалось вот на мой крючок, то я и вытянула, а что не поймалось, то, извините, и даже и ловить, в общем-то, и не стала, потому что он либо ловится, либо не ловится. Вот переводчики меня поймут. Это, конечно, может быть знак моего там непрофессионализма или чего-то еще. Не могу говорить, ибо нахожусь на сцене прямо. Вот. Вот этот предмет я нашла в городе, опять же, Петербурге. Он абсолютно похож на нашу метелингу. Кстати, на метелинге, конечно, не было написано метелинга, а было написано «покутник», что значит «кающийся». Кающийся. Кающийся, да. Кающийся. Мы когда делали эту обложку я тоже делала сама с помощью товарища, мы, значит, в фотошопе стерли этот покутник и тем же шрифтом от руки я написала здесь метелинга, то есть это я написала. Ну, таким же, как было написано покупник. А эту штуку я нашла прямо в фонтанном доме, рядом с мольбертом, частью которого она, как выяснилось, являлась. То есть от мольберта отпал кусок, и я иду по лестнице и в совершенно бешеном состоянии, потому что пришло 150 человек, и всякое такое уже надо, там я там расставляла стулья, бегала как по потолку. И вдруг я нахожу эту прекрасную деревяшку. И я думаю, вот же она, моя метелинга родная. Я на ней написала метелинга и щеголяла. А уже на вечере потом стяжала ее. И вот она теперь моя. А я предлагаю читать стихи, правильно? Да? Я еще одну вещь скажу, пожалуй. Книга – это стихи и не только, как в жанре ее и определяется. Значит, там есть всякие другие материалы. Ну вот, начну издалека. Был такой польский писатель, эмигрант, звали его Леопольд Тырмант. Он славился тем, что он американским университетам предлагал лекции. И говорил, вот у меня три лекции. За одну $100, за другую 200, за третью 300. Ту, которая за $100, я вам не рекомендую. Так вот, там есть части в книге, которые я, ну, скажем, более рекомендую, менее рекомендую. Ну, вот рекомендую там переписка с Натальей Лидовой Трауберг. Это совсем не похоже на стихи, но, в общем, так сказать, это такое чтение, местами, может быть, даже забавное. Замечательное даже чтение. Давайте сейчас начнем с интриги сразу, да? То есть мы подумали, что надо прочитать стихотворение, которое перевела и я, и не я. А не я – это в данном случае прекрасный совершенно Гандельсман. И у вас оно на 59-й, да, странице. Нет, на, да, на 59-й странице. Или вы хотите покажу? Или Клемнёва. Давайте это, да. Это мы будем читать стихи по возможности короткие, хотя я часто пишу довольно длинные вещи. Но это стихи 87-го года. 87-го года, когда, ну, вот стихи эмигрантские и такие довольно отчаянные стихи, спокойные, но при этом отчаянные. Когда я был, это был 10-й год эмиграции моей, и мне казалось, что, в общем, ничто особенно не меняется, хотя уже менялось, уже пристальный глаз мог уже что-то заметить. А в следующем году вдруг начало меняться совершенно бешеной скоростью, но этого я как-то не ожидал. Ну вот и это пейзаж окрестностей Нью-Хейвена, где я тогда жил и сейчас живу, правда, не все время, а так пол времени своего. Это перевод Володи Гандельсмана. «Кремневая отсюда в полумиле, в скрещении автострад искрит гряда, деревья в роднике стопы омыли, в рост не вместившись, вздрагивание льда, горчайшее в начале, нелюдимым забудется земля прозрачным сном, и даже Бог, прикинувшийся дымом, развеется совсем. Я не о том, верь холодам, благословенны сводки зимы, гордись, что нет пути домой, как беженец на дне, свернувшись с лодки, дыши соленой ясностью тьмой. Холмы и таки спят уже, и дети обедне помня спят, и вещество, небесный пух, летит куда-то к смерти, и музыка, и больше ничего».
Я попросила бы еще по-литовски, пожалуйста. А у меня нет текста. А, меня. Ну, хотя, впрочем, я, может быть, его даже помню. Ну, ладно. Да. Подождите. Вот. Да, вижу. Уж пусмилю куртертас аутострадос и жебелепс на титного грандис от облекис поверсмус крупселадас и рнятелпоосину отспендис. Колкас праджа, колкас непац картумас, скайдрой меглой с окменей скрантай и рнятги девас обсиматяс думайс и шисклейдис. Беташ не петай, тикейк в жема, gerk palaimingą šaltį, didžiuokis tuo, kad netekai namų, nelyginant bėglys prigludęs valtį, alsuok tamsa ir druskos gidrumu, įtakis kauburius apgaubę miegas ir kūdikiai neatmena skriaudos, ir bus tik tai mirtis, ir drėgnas sniegas, ir muzika, ir nieko niekados. Все тает гул развязки в полумиле. Кремневый холм искрит об край небес. Лед в трещинах, вода уже не в силе вместить в себя весь ясеневый лес. Все впереди, пока еще терпимо, потом окаменеют берега, и Бог на небе притворится дымом и навсегда ударится в бега. Я не об этом. Воздух пей холодный, бездомностью гордись и верь зиме, подобно беженцу в случайной лодке, вдыхая соль в качающейся тьме. Обиды не наследуют младенцы, холмы и таки тонут в вечном сне. Все будет так, и никуда не деться, лишь музыка и смерть, и мокрый снег. Ну, еще один стишок в переводе Гандесмана, а потом... А потом можно и так. Ну, мы каждый раз будем по-литовски читать. Один раз, да. Ну, хорошо, два все раза. Просили. Ну, два раза. Это стихи такие балканские. Ну, во-первых, я сейчас часто лето провожу просто на Балканах, но это не там. Это в Болгарии, пейзаж болгарский. Стихи, опять же, любовные. Когда-то мы здесь оказались вдвоем, роговица прозрачная, простите, когда-то мы здесь оказались вдвоем, роговица прозрачна, душа распрямляется, чтобы распрямиться, часы замирают, аллея вот-вот осветится и выйдет из сада. Не видно хозяина, пышной листвы серебро наклоняется к почве неслышной. Ни ласточки нет, ни судьбы на примете. Всевышний, как шахматы ум утомляют, вселенная звенья. Глаз видит, что видит, стакан виноградинок звенья, но взгляд просветлеет, о, лет через десять забвенья. Крошится в прибое слюда и вдыхает в распаде окно, в распахе окно занавеску льняную, дрожащую в страхе. Останется то, что в селок свой поймал амфибрахи. Платаны над оспой асфальта и в том же размере любовь, то есть двигатель звезд, если следовать вере того, кто увидел ее таковой Алигьери. Это уже 95-й год. Сейчас по-литовски. Що и пусть я кирачо, карта побуки медвеся, везди сатигауна, ирментис бевейка ацитеся, сустоя родикли, алеос но толстый швеся дикиня, кайтроит ванкумой негердечи мининко, гаурото седабро каменой придирвос палинко, не на некрекждесни ликимо, и рвеш под цаплинкуя. Пасаулис шварги наряга, ней прота шахматой, акис не кита бути, дуана ир вино гемато, бет и проскейдрес, та и викс по келоликос мету. Жиручо твинксейма трупина пирштуаса бангос, ир лино ужуалида сиквепе, атлапас лангас, лик стейка иш саугос, до снаусам фебракио жабангус.
Platanai šakas virš raupuoto asfalto susklendę, slovenantis sniekas apgaubęs putotą pakrantę ir meilį žvaigždžių pavara, jei tikėsime Dantę. Побудем вдвоем со своей стороны горизонта. Застыли часы, увеличились ясность и зоркость. Аллеи конец растворяется в яростном солнце. Жара, духота и хозяина даже не слышно. Серебряным мехом стволы украшаются пышно. Ни ласточки нет, ни судьбы, и кругом лишь Всевышний. А глазу пейзаж точно шахматы мозгу, и снова ты видишь вино или хлеб вместо мира иного. Но лет через 10-15 проступит основа. Слюду пальцы волн искрошили до мелкого блеска. В раскрытые окна вдыхает сквозняк занавеску. Останется то, что поймал амфибрахий на леску. Асфальта узора спиной под платаном широким, над берегом пенным, ничто непрерывным потоком, любовь, звездный дар, если Дантовым верить урокам. Спасибо. Я скажу еще одну вещь тут. Так, позволю себе следить. Ну, стихи-то, в общем, дело довольно серьезное, а мои замечания, может быть, менее серьезные. Но это, может быть, ничего для разнообразия. Так вот, я в свое время собирался сочинить аксиоматическую теорию литературы. И придумал только одну аксиому, первую. Первая аксиома такая. Каждый текст у кого-нибудь украден. Это называется интертекстуальностью. Вот, тут есть место, где ясно видна кража. Кругом лишь Всевышний. Это, конечно, Веденский. Кругом, возможно, Бог. Угу. Да. Я это поймала. Угу, правильно сделал. А, кстати, в другом переводе этого нет. Нет, может быть, человек просто не знал этого текста. Так, давайте почитаем еще, да? Вы не против же? Да, да. Давайте продолжение Федора будем читать. Продолжение Федора, хорошо. 44. 44. Я пока суд доделала, хочу сказать, что я невероятно рада и горда, что так происходит, и что я могу читать вам здесь стихи Венцлова. То есть это для меня это просто вот... Огромный подарок и счастье, вот так, в скобках. Минуточку, так читать по-литовски? По-литовски. Хорошо, это приложение Федора, тут имеется в виду не Федора Еврипида и Расина, а Федор, диалог Платона. И дело происходит в окрестностях Афин. Ну, это современные Афины в стихотворении, очень, город очень малоприятный, прямо скажем. Вот, тоже есть мотивы из этого, темы из этого диалога, ну и в частности знаменитая тема повозки, которую влекут два коня. Еще вот, если опять же говорить о том, что каждый текст у кого-нибудь украден, то здесь это цитата из Марбурга Пастернака, и все это были подобия. Ну, конечно, Пастернак тоже у кого-то украл, а именно у Гёте. Я перевел обратно с русского языка на немецкий. Там есть «Англехнис». «Жами Сириус валюй зенитаской крус валанда келента по ведуденю». Слугста парагента саулес сукрекеюси диквете балкшву шукшлино жизда, курея просисеке и круке сакрополю каулас. Балтума балтумой, тейп шламейме склейча скалба, тейп и брингстер скаудина ауганти села, отлейкю свокуно слегима, кагальбею лейко глоба, спиндулявима спалба. Ir visa tai buvo Anglechnis, visa buvo lenktynis, kur žirgus nukreipė ranka,
Už pasaulių ribos, anivaiskia bedaugne, kur žydė protoplazmos verpetai, be krauji rūkštės ir druska, ir klusni mnemozinį užleidžia vadžias nemezydėj. Dar nerimsta burna, dar skardus gumulys po gesmės, ją užbraukia tyla, kaip šešėlis užbraukia skulptūrą, išližimas čia pat ir tiesa nebetenka prasmės, kai jonėnišką metrą pagauna artėjantį jūrą. Продолжение Федора. Ныне Сириус правит землей раскаленный зенит, пополуденный час, тлеет свалка в белесой коросте, сохнет дикий пустырь, обжигающим солнцем палит, где раскинул акрополь корявые старые кости, белой на белизне, так из шума рождается речь, так болит, когда рвется наружу душа, вылупляясь из телесного плена. Что время пыталось сберечь? Только цвет, лучезарность. И все это было англичность. Все ристалищем было. Куда же направят коней? За границы миров или прямо в прозрачную бездну, где бескровная соль, кислота, протоплазма и в ней мнемозина бразды немезиде сдает безвозмездно. Пусть не мется устам, пусть гортань после пения звонка, речь молчанием зачеркнута, как изваяние тьмою, и бессмысленна правда уже, и развязка близка, ионический лад переняв, приближается море. Уважаемые господа, я понимаю, что вы не уважаете себя, но... Все уважают, просто не все умеют выключать. Пожалуйста, оставьте телефоны там, пожалуйста, хорошо? Мы просто хотим часик посидеть с Томасом, побыть, понимаете? Не нужно этому мешать. Пожалуйста, я очень прошу вас. Спасибо. Давайте про комнату Бродского прочтем. А, давайте. Да, я знаю. Это комната Бродского, которая, ну, та, которую я помню, то есть на Пестеля, на углу Литейного, в Питере я там бывал и даже жил какое-то время, когда Бродский уезжал на юг. И потом она перенесена была в музей Ахматовой. И, собственно, даже, кажется, и сейчас там находится. Да, и сейчас там находится. То есть это были книги, фотографии с очень иногда смешными надписями, иногда очень комические какие-то объявления, там, по-английски. «Требуется мертвым предпочтительно или живым Иосиф Бродский». Ну и так сказать, тому подобное. Или был у нас общий приятель Рома Скотилиус, так афиша «Рома Скотилиус сегодня обедает в Букингемском дворце». Вот это все я довольно хорошо помню. И когда я эту комнату увидел уже в музее, об этом получились стихи. Ну, опять же, так сказать, каждый текст украден, то есть здесь кража из Ходосевича, «Пробочка над крепким йодом, как ты скоро перетлела, так вот и душа незрима, жжет и разъедает тело». «Мездягеме шалямпа вакарайс, ан книгу плудо там сума, сумишу сукаис танчор батеню гарайс, ир лагамину близгесу ишнишус». Kai merkėsi nugazdinta ugnis, bičiulis taisi sumazgytą laidą, įdant paneigę naktį ir pusnis, savęs stebėtume iš kito laiko. Ir jis atėjo. Dingo kambarys ir siela baigė perdeginti kūną senajam jo gyventojui, kuris paniekino šiaurietišką lagūną. Dar blykčioja arbatinio asa, knyga ir atvirukas virš gobtuvo, bet sienų nebėra, ir tik šviesa gyva, dėkodama už tai, kas buvo. Мы эту лампу жгли по вечерам.
Лежала темнота на полках книжных, примешиваясь к чайникам парам, и чемодан мерцал застежкой в нише. Спугнув огонь, наваливалась ночь, и друг мудрил, распутывая провод, чтоб темень и сугробы превозмочь, взглянув сюда из времени иного. И вот пришли другие времена, и пережгла душа земное тело тому, кто жил тут, но хлебнув сполна, покинул бухты северные пределы. Все так же ручка чайника блестит, и над камином книга и открытка. За все, что было, свет благодарит. Нет потолка, и небеса открыты. Спасибо. Я еще здесь тоже пожалуюсь, в Питере тоже жаловалась. Хотела последнюю строчку нахулиганить и написала «Распахнута небесная калитка». Мне так больше понравилось. Но, ну, процитировав, опять же, другого нобелевского лауреата, который родился в тот же день, но в другой год немножко. И Томас говорит, нет, там нет никакой калитки, оставьте как есть. Я говорю, хорошо, нет, так нет. Поэтому получилась дурацкая рифма «открытый» — «открытка». Ну, Томас сказал, что можно. Вообще, мы все обсуждали, и я все время приставала, присылала эти переводы, потому что нет ничего интереснее, чем обсуждать с поэтом переводы его на свой язык. Тем более, что у всех возникает вопрос, почему Томас Венцлова сам не переводит себя на русский язык, если он так хорошо знает русский. Ну вот у него есть на это ответ. Я думаю, мы ответим здесь на него. Расскажите, почему вы сами себя не переводите, а заставляете нас, бедных, стараться? Ну, во-первых, я все-таки никого не заставляю. Если кто хочет, тот и переводит. А сам себя я не перевожу. Я считаю, что я недостаточно владею русским языком для того, чтобы переводить стихи, чтобы писать на нем стихи. Я считаю, что писать стихи, и это, кажется, даже как-то и доказано, но не доказано, во всяком случае, существует такое мнение, что писать стихи можно только на языке, который ты выучил до 7 лет. Все, что потом от лукавого. Я русский выучил в возрасте лет 9-10. Польский выучил в возрасте лет 19. И по-польски я, и по-русски, по-польски, ну, я говорю примерно одинаково, и могу писать, скажем, статьи и по-русски, и по-польски. Мне даже это легче, чем по-литовски, статью написать. Английский я выучил, ну, так, то есть я пассивно его выучил тоже лет 20, но активно только лет в 40, и это уже явно слишком поздно. Я статью могу написать по-английски, но ее надо сильно редактировать, язык плох. Ну, что же еще сказать? Вот хозяин этого дома, Юрик Збалкрушайтис, писал, как известно, по-русски, по-литовски. Вот мне его литовские стихи более интересны, чем его русские стихи. Ну, тут могут быть разные мнения, но для меня это так. Рильке писал по-немецки, по-французски и даже по-русски. Вот его немецкие стихи – это Рильке. Его французские стихи, как утверждают знающие хорошо французский, такие стихи может написать любой французский школьник. А русские стихи – это, ну, такое легкое недоразумение, так сказать. Поэтому вот прозу, наверное, можно писать на чужом языке, то тому примеры существуют. Джозеф Конрад, Набоков. Набоков тоже изучил английский где-то до 7 лет, может быть. Но это особый случай. Ну, Конрад изучил лет 20-25. И писал не хуже большинства, скажем так. Но прозу, может быть, можно, но стихи, наверное, нет. Я не берусь ни писать, ни переводить на русский язык стихи, хотя в юности писал, соблазняя вильнюсских русскоязычных девушек. Помните, как? Помните, даже помню, но читать не буду. Это ужасно. Это даже хуже Рильке, скажу так. Девушки соблазнялись? Как? Девушки были в порядке.
Девушки, ну, девушки как-то отзывались, конечно, иначе я бы не писал эти стихи. Но эти стихи, слава богу, не сохранились, и даже в каких-то ювенилиях они никогда печататься не будут. Я, правда, написал один русский центон, но это потом, если вас развлечь, смогу прочесть этот центон. Он составлен из строчек Блока и Пастернака, которые идут, так сказать, перемежаясь. В духе Тимура Кибирова, скажем так. Могу даже сейчас, чтобы, так сказать, рассеять впечатление от стихов серьезных. «Грешить бесстыдно, беспробудно, потом достать чернил и плакать, и головой от хмеля трудной упасть в грохочущую слякоть, три раза преклониться долу, достать пролетку за 6 гривен, вдоль по заплеванному полу перенестись туда, где ливень, где, как обугленные груши, горят лампады пред иконой, печаль на дно очей обрушить, потом переслюнить купоны, и на перины пуховые свалиться от вина чернее. Да, и такой моя Россия, ты всех случайней и вернее». Вот, по-моему, ничего, но это... Это вот мои единственные стихи на русском, которые я считаю возможным, ну, хотя бы вслух читать. Они нигде не публиковались, но можно и публиковать, почему бы и нет. Вот, ну, хорошо, перейдем к чему-то более серьезному. Я хочу сказать про слово «ничего». Оно, ну, это как вот то, что вы мне вчера говорили, что может обозначать любое... Да, любой уровень. Значит, Нет, я попытаюсь. Есть русское слово существительное, непроизносимое. Это не обозначение части тела, но, так сказать, производное от этой части тела. И есть совершенно замечательные, по-моему, гениальные словарные определения этого слова. Любое явление или происшествие. Вот, так вот. Нет, а я не сразу привыкла к степеням оценки Томасом проделанной работы. Значит, сносно – это хорошо, а ничего – это очень хорошо. И вот, а вот совсем ничего – это уже можно просто... идти покупать бутылку и целый день гулять по бульвару, радуясь, да, что... Да, совершенно бедно. Вот, это совсем ничего, когда уже ты получаешь, это совсем ничего, думаешь, о, вот это я получил. Нет, но этому я научился такому вот... такой шкале я научился... в Америке, потому что там, слава богу, есть явление... так называемый understatement, то есть когда говоришь, несколько преуменьшая. Вот у нас в Восточной Европе и в России очень, и в Литве в высшей степени, там царит overstatement, всегда с большим напором что-то произносит, даже верное, но с таким напором, что оно уже становится неверным. Так вот, understatement гораздо лучше. Попробуйте в Америке кого-нибудь сказать, это абсолютно nothing. И вообще совсем ничего. Не, ну это... Нет, ну это уже... Если мы уже рассказываем анекдоты, то есть тоже прекрасный анекдот, как два мигранта разговаривают по-английски. Which watch? Это значит, который час? Six watch. Such much? Whom how? Moscow University finish? Ask. Спрашиваешь. Вот, так вот. Да, давайте перейдем к более серьезному. А, да, вопрос? Давайте про... Да. А, Томас, а почему именно до 7 лет? А я не знаю. Я не знаю, почему до 7 лет. Возможно, до тех пор, пока ты не научишься грамоте. Да. Ну, в общем, значит, вот, здесь наверняка, вот как вчера было отмечено, все присутствующие, или почти все бывали в Вильнюсе. И вот это, я хочу про
лесам или скорпиона, вот это на 50-й странице. Стихи про то, как поэт вернулся в Вильнюс и что он там нашел. И, в общем, когда, так сказать, проходит первая эйфория встречи с родной землей, становится ясно, что вот да, вот она такая, и она такая, в общем-то, и будет. И нечего тут особо, так сказать, булькать от восторга, потому что вот, ну, вот такая она. Хочешь такую, люби такую, другой не будет, правильно же? Правильно. А 50-я... Да, я вижу. Читать по-литовски? Да, опять же, каждый текст украден, тут уж кое-что украдено у польского поэта Збигнева Херберта, который говорит: «Так он пшеборли нас ойчизнон, таким пронзили нас отечеством». Ну, у меня, конечно, хуже гораздо, но тем не менее, как бы мысль пришла оттуда. Пасаулі паантліна пурвіна, гупокшню вага, трумпея дєна, лілюке грумес колонос, ірсмегеніс вел пристав до сапнай, суклейдінтас югінчо тунят нежинай, сварстіклис, ар яу скорпіонас валдо жаме, шлапю стугу аптвару, вейбруджу мену, алсуя гару прешукшліно свіруєнтіс медіс, kas galėjo išskristi iš skrido, dagys dreskia tuštumą stoti, kamoja drugys, bemeš kaip išnykusiais metais, alumit keiksmais atsiduoda kertėj bufete, o virš bėgių švitruoja žvaigždė ir krūnyja imperijos oras. Tokia tėviškė skydė tau viešpats, aklasė kluma, aptrupėjusių blokų tyla, priekyvietė, Каструм Долорис, отспендис по вокаис, дашим жоджу в воке, спрагат менти, су гивибе руке, прасиленке, кей пандай гивибе, кол бевейк ишгерсти, кейп крутинис нарве, килума иси тампуси вейке сра, там сон иси терпе девибе, ар тай, ка мес лейком девибе. Кантри, и кейп остия вартос тушчам гомури, Skardus trupinys ant liežuvio atgaivina ir liepia atmerkti akis, ir žmogus, dar nejusdamas, ką pasakys, suvokia vien tai, kad nežuvo. Удвоен поверхностью грязной реки предметный мир и дни коротки, в зрачке столкнулись колонны, а мозгом опять завладели сны. И знаки времени неясны весам или скорпиону рулить землею. Месяц зеркал, мокрых крыш оград, колотит вокзал, дорожная лихорадка. Толчется толпа незрячих тел, кто мог улететь, уже улетел. Репейник лезет сквозь кладку, как прежде пиво и ругань буфет. Над рельсами звездно моргает свет. Имперского воздуха морось, такую вот родину дал тебе Бог. Помойка до рынок, бетонный блок, молчание, каструм Долорес, десять слов в конверте, память провал, душа уклоняется в бок, в интервал, не задеть бы встречную душу, только клетка грудная напряжена, там с трудом побеждает себя тишина. Божество проступает наружу, или то, что у нас взамен божества. Сохнут крохи причастия во рту, черства гортань, но терпи, у цели. Вот уже оживаешь, открыл глаза, и еще не ведаешь, что сказать, только чувствуешь, уцелели. Спасибо. Ну что, можно читать «Камеру обскуру»? Ну и, может быть, на этом и кончим. Да, я бы еще, знаете, все-таки «Оду города» бы очень бы хотела. «Оду города» больше, чем «Камеру обскуру». Или то, или другое, или то, и другое. Ну, не знаю. Ну, давайте... Давайте «Оду», они разные. Давайте «Оду», давайте. Ну, тогда «Камера обскура» – это, ну, как нетрудно догадаться, название, опять же, украденного Набокова. Но...
тут речь идет действительно о камере обскуре. Это московские стихи, описывают Москву. Дом, кстати, в Лефортове. Стихи, опять же, любовные. «Пленому курёс милея упор вассали на гислоти, бензину гороя парка спосов летик оскара, да допидение меклоте, даргалё обсигал воте, но секляште, но постогис, кули скилусе спара, ир шешели ан бетону, каси скайто шита шифра, каз демас поверче райдем дебесина сигналу, кас аплянкес мусу лайка, скиля тикра ир не тикра, жебе лайптини жибинта, скленже вайпрочу стеклу, сукине ранкенеля, скалто гарса, пашо лямти, виздертикис илик вешпац иш пирмикштис падермейс, иш трашкеймо, ушимо, грибулявимо пасямти, саво балсом женатве, юас ватрупине смейс. Ту, ар аш, ар мес абуду, спрингста этерю имтувас, уши киртес жадинтувас не прикялсиш до баркес, ир уш тукстанчо пакранчу явну буду найкентувас, пецакис, курю ракетос, муси дирва палидес. Отменимуй река жодис, йо турбут несу пасакес, рашменс браунас и тинклайнин айдас крупчуя гейсуас, taip vizdys nubrėžia ribą tarp visatos ir visatos, tarp kraujomaišos padangiai ir arterijų tamsos. Medį brūžina gyslotis, Persefonė migdo grūdą, lyg prieš 30 metų braška užrakto šerdis, prie namų, kurios mylėjau, kur kadais ištiko mūdų, juodas angelas vasaris. Пермалайки не будет. Чего, можно хлопать? Хорошо. Чего-то у нас не принято после стихов хлопать. Это неправильно. Я на своих вечерах всегда предупреждаю, что хлопать можно. Они вам скоро. У знакомого порога сохнет пыльный подорожник. Под бензиновым закатом парк закатанный бетон. Мгла рассвета осторожно, отвернись, пока возможно, передумай, переделай, не получится потом. Вот узор теней на крыше, кто читает эти шифры, пятна в буквы превращает, в тучах смыслами сквозит, обгоняет наше время ложек правды отличивших, зажигает свет в подъезде и по зеркалу скользит. Кто переключает тумблер, звук дробит, тасует судьбы. Кто из сна, из зыбкой мути все же верится, как Бог. Зачерпнуть сумел крупицу, черноватый сгусток сути, из безмысленного шума вечный голос, ясный слог. Я или ты, или мы или вместе, тщетно радиолюбитель крутит ручки, нет эфира, звон будильника угас. Но за тысячу побережий пробудился истребитель, следопыт путей воздушных, что проводит землю нас. Лишь несказанное слово и останется нетленным, письмена в сетчатке зреют, эхо реет над землей, так зрачок границу чертит меж вселенной и вселенной, меж небес кровосмешением и артериальной тьмой. Снова ключ в замке грохочет через 3 десятилетия, прячет зерна Персефона, начало всех начал, прет сквозь глину подорожник у дверей, где ангел смерти нас февральской чернотою прежде времени встречал. Хорошо. Угодно, да-да. А потом, если останется время, еще поговорим немножко. «Ода город, оде месту» – это стихи предэмигрантские, то есть перед самой эмиграцией. Как ни странно, они были напечатаны в тогдашней литовской печати. Но многие поняли, о чем стихи. Это прощание с городом, с Вильнюсом. Причем Вильнюс перенесен на берег моря.
И там кругом, ну, собственно, он превращен в корабль, его как бы швыряют волны. Но это, опять же, украдено у Горация. Это, так сказать, известный топос, город как некая, так сказать, утлая лодка на волнах истории. «Не галейсю нетекти, бет нетексю тавес, ужгесинсю лик дакти акменингас гатвес, балтаварпене смели апташкита дерва, гал ир савая села». Jeigu siela gyva. Čia po kojom suyra netvarus grindinys, už neapšviesto tyro tamsia balsi vilnis, neprėpiamas plotas ir nuo tvano dienų, akvilonas ir notas virš gėlių vandenų. Virš druskingos bedugnis, kristalinis mirties plaukia vienišos ugnis, už teatro kertės plaukia tuščios mašinos, Plaukia tiltų minia ir negyvas pušynas žengia žingsnį sapne. Nematau Orijono, bet nupūtų šviesų, dovanota kelionė tarp darnių debesų, drėgnas medis lyg nervas ties skurdžių granitų, akvilonas ir euras su kadangų ratu. Pasitrauksi ar liksi šiapus mano vokų, Paskutinį blyksnį užsimerkęs seku, mus apsems amžinybė, bet kol kas po ranka tavo sodų kantrybė, tavo mūrų trauka. Nei tvirtovių, nei laurų ištrypta pakelė, į magnetinį lauką įsiterpus žolė, tuštuma subirėjus į lašus virš galvos ir beprotis borėjas už bevardės kalvos. Skaistų eterio gūsį atkartoja vėdę, viešpatausi ar žūsi atminties tamsoje. Rodos įprasta žūti ir kaltės klėdina, tavo oro likūtį godžiai kaudo burna. Prisertina uolos, laikas plūsta gatve, jei ne dievas, eolas te apsaugo tave. Ода городу. Я хотела так назвать этот сборник, но одновременно вышел сборник «Похвала острову», и Томас говорит, нет, слишком похоже. Тут я стала лихорадочно мыслить и придумала эту метилингу. Ода городу. Навсегда ли утратить, без оглядки уйтиль, улиц каменных память загасить, как фитиль, чтоб ни башни, ни белые, Ни смолы на песке, ни души, что из тела, улетит на реке. Мостовая крошится, не тверда под ногой, В двух шагах от столицы темногласый прибой За заброшенным тиром над просторами вод Сотворение мира, аквилон или нот. Над хрустальным провалом в темноте одинок, Иногда запоздалый проплывет огонек. Спят машины пустые, спят мосты тяжелы, В сонном шаре застыли мертвых сосен стволы. Ориона не вижу, только пена светла, И дорога все ближе, что по тучам легла. Влажным древом, как нервом, прорастает гранит, Аквилоном и эвером переполнен зенит. Оставайся помедли изнутри моих век, Взгляд ловлю твой последний, Расставаясь навек, нам недолго осталось, Но пока под рукой стен твоих обветшалых терпеливый покой. Нет ни лавров, ни пиний в этих спящих лесах, Пустота, словно иней, залегла в небесах. По лугам, по полянам гул магнитных полей, За холмом безымянным беленицы порей. Туновенье эфира пробежит по траве, Сохранишься ли с миром в темноте, в голове, Но привычные прощания и виною горьки Застревают в гортане дней последних глотки. Надвигаются горы, ветер времени зол, Да хранит тебя город не Господь, так Эол. Спасибо.
кто-то заметил, кажется, даже Аня, что тут есть и метрический подтекст, то есть метрическая кража, это на Васильевский остров. Мне это самому в голову не приходило. Как? Это тоже есть, да. Ну, это, так сказать, как вы, Георгий, несомненно, знаете лучше всех, это, так сказать, цепочка краж, она ведь уходит в бесконечность. А, ну, я не знаю, наверное, давайте... А вот прошлое стихотворение, да, вот оно как-то соотносится со в старом зале Рейна? С чем? В старом зале Михайловской и Невским, Рейна. Там есть кража из Лейна, там кровосмещение, но кажется, это из другого стихотворения. По музыке оно просто один в один. Очень красиво. Как? По музыке говорит. Ну, может быть. Один может, в один. Может быть, я, так сказать, не знаю. То есть я Лейна уважаю как поэта и некоторые стихи люблю. И здесь есть просто цитата из Лейна «Кровосмесительных закатов», но это из другого стихотворения. «Между небес кровосмещением и артериальной тьмой». Я как автор русского варианта могу сказать, что я не имела в виду Рейна. Совсем более того, я практически не знакома с его стихами. А я когда по-литовски слушал, услышал вот очень знакомую интонацию, и прям вскочил. Вот понимаете, дело в том, что все-таки есть какое-то понятие поколения. И, конечно, я все-таки из того же поколения, что эти люди. Я их знал близко в юности. Я провел, слава тебе, Господи, 4 года в Москве, 4 в Питере, в очень такие важные, очень такие важные во всех отношениях годы. И для меня это вполне основополагающие годы. Ну и знал всех этих так называемых ахматовских сирот, из которых то ли что-то получилось, то ли нет, ну из одного явно получилось. Еще? Друзья, у кого вопросы есть? Давайте, смелее. Вы можете спросить все, что будет. Пожалуйста. А вот английские стихи Иосифа Бродского, как вы оцениваете? Какие? Вы знаете, я могу сказать вот что. Я, опять же, я достаточно владею русским, чтобы понять, хорошее русское стихотворение или плохое. Вот это я обычно могу понять. Могут быть какие-то какой-то сбой иногда получится, но это скорее редко. А английской поэтикой я настолько не владею настолько, чтобы понять, хорошо это или плохо. Почти все англоязычные поэты говорят, что плохо, что у Бродского английские стихи не получались, английские самопереводы тоже не получались. Я не беру судить, есть такое выражение английское «I am not in a position to judge». Ну, его эссе хорошо читаются по-английски, а его стихи английские, мне трудно сказать. Я читаю того же, скажем, Одена или Дилан Томаса, я иногда не могу сказать, хорошо это или плохо. Я слишком мало владею английской поэтикой. Вопросы, граждан? Скажите, пожалуйста, вы читали лекции в университете, на каком языке? Вы знаете, смешно, но чаще всего по-русски. То есть было так, это мне очень повезло. Я могу рассказать эту всю историю. Есть такое, когда я приехал в Америку, приехал, скажем, еще Лазарь Флейшман. Вот Лазарь Флейшман был уже состоявшимся, так сказать, ученым, автором многих-многих публикаций, даже книг, и все ему было проще. Я приехал абсолютным никем. В Союзе я занимался переводами, зарабатывал на жизнь переводами. Переводил прозу, причем иногда случайную, а вот поэзию переводил тоже, но уже старался не случайную переводить, а только то, что мне нравилось. И сам писал стишки, изредка даже печатал, но это было крайне редко, это в порядке чуда происходило. И вызывало, как правило, небольшой скандал. И потом опять там несколько лет, потом опять что-нибудь напечатаешь, опять небольшой скандал. Поэтому было совершенно непонятно, чем я в Америке буду заниматься.
Но я так не любил советскую власть тогда, что я думал, лучше быть, гораздо лучше быть уборщиком в Соединенных Штатах, чем действительным членом Академии наук в Советском Союзе. Ну, собственно, я и сейчас даже так думаю, но, значит, так я думал. И думал, ну, буду водить грузовик по Бронксу, ну, мало ли что. Ну, слава богу, не пришлось. Тем более, что я водитель очень плохой. Я первую машину, которую я в Америке купил, я в тот же день разбил. Ну, кстати, с Набоковым то же самое случилось. Тут пропорцион горды. Сохраняя пропорции. Так вот, тогда моя жена мне запретила водить машину, стала сама водить. Она водит настолько, она водит осторожно, но она водит настолько плохо, что мы потом машину продали и живем без машины. Мы одни из очень немногих американцев без машины. И поверьте, это гораздо приятнее, чем иметь машину. Так вот, к чему же это я, значит, я уже куда-то ушел в сторону. Ага, так вот, в университет. Ну и началась моя жизнь в Америке с того, что меня пригласили в Америку. Официально, формально это было так устроено, что я буду читать курс. Я буду читать курс в университете Беркли. Один семестр. И вот, так сказать, на этом основании меня вызвали. Пригласили. Меня отпустило, это длинная история, советская власть меня отпустила и потом лишила гражданства, то есть я уже не мог вернуться. Пришлось просить политическое убежище, которое было предоставлено. Ну, я читал курс, невинный курс, назывался «Введение в российскую семиотику», это был пересказ Лотмана, различных его положений. Ну, такое, так сказать, читал это по-русски. Студентов у меня было типа 10, но из них студент был один, Григорий Фрейден, который потом стал профессором. Остальные были профессора. Слушали с интересом, читал я по-русски, по-английски не решался. Милош ходил на этот курс, Чеслав Милош ходил на этот курс, он достаточно знал русский язык, чтобы понять, о чем речь. Тем более его с Лотманом объединяло, по крайней мере, одно. Они оба очень интересовались масонством. Милош, по-моему, даже был масон. Ну, это, как сами понимаете, страшный секрет, и он никогда никому этого не говорил, но я подозреваю, что он был масон. Вы рассказываете это сейчас куча народа. Да, но это только мои подозрения. И я доказать это не могу. Ну, он, так сказать, на это, кстати, принято масонам так слегка намекать на эти тонкие обстоятельства. Так вот, даже в своей прозе, его прозе это иногда. Он ходил на этот курс и потом сказал, ну, тебе особенно волноваться не о чем, ты преподавать можешь. И я стал преподавать. Потом в Беркли я потерял работу и страшно испугался, думал, что умру под забором, уже увидел умными глазами тот забор, под которым умру. Но получил, слава богу, благодаря Марии Гимбутине, Гимбута с Литовки. Она была, в общем, приятельницей Милоша, они, так сказать, просто переговорили по телефону, и она мне устроила мне курс в UCLA, в Лос-Анджелесе. Там я уже читал по-английски. Это была каторга смертельная, то есть ничего страшнее я в жизни не переживал. Я владел как-то английским, я переводил того же Эллиота и даже Джойса, но говорить ну не могу. Во-первых, артикли. Я до сих пор не могу понять, зачем нужны артикли, когда и без них все понятно. Вот. Но тем не менее, и также это consequence of tenses. Вот, когда говорит have been, когда говорит was. И этого тоже никогда не понял и никогда не пойму. Словарь у меня как раз английский довольно обширный, даже и активный, а вот грамматика очень так себе. Так вот, ну, читал по-английски. Потом потерял работу и в UCLA, тогда уж совсем перепугался, но там 3 года я как-то протянул.
И тогда, благодаря Господу Богу и ангелам его имена Милоша Бродского, меня пригласил Виктор Эдрих, пригласил в Йейл. И сказал, тут у нас уходит один на академический отпуск, надо читать курс русской поэзии 19 века, но кроме Пушкина. Пушкина у нас тут другой читает, а ты почитай Баратынского, там, Тютчева и прочих, и Лермонтова. Ты когда-нибудь этим занимался? Я говорю, нет, ну, как тот скрипач из анекдота, я, говорит, никогда не играл на скрипке, но если дадите, то, может быть, и заиграю. Ну, я заиграл на этой скрипке, тоже поначалу с ужасом, но тут мне разрешили по-русски. В Йейле разрешается читать... Скажем, французские курсы все читаются по-французски, испанские – по-испански. Русские – как когда. Очень редко, но это, так сказать, не запрещено читать по-русски. И я так… Это уже вошло в привычку, что вот есть у нас один профессор, который читает по-русски. И студенты даже радовались, потому что они на стажировку ездят в Москву и в Питер, а тут не надо даже стажировки. Тут уже какой-то странный господин уже говорит по-русски прямо тут, в Нью-Хейвене. И так я и иногда и по-английски, как когда, раз на раз не приходилось. Но в основном читал по-русски. И, ну и это мне, конечно... сняло с моих плеч гигантский груз, потому что если бы... То есть, наверное, там через 5-6 лет я бы наловчился и читал бы по-английски, просто перестал бы об этом думать. Но так не случилось. И вот так в основном на русском языке. Я даже читал литовский язык для желающих, но это тоже не дай бог, потому что по причине... необычайно разной подготовки студентов. То есть приходили, во-первых, американские литовцы, которым родители говорили, вот если выучишь родной язык, то тебе подарю, значит, там, Тойоту. Ну, он приходит, учит, человек очень наивный, не знает ничего, но язык он знает. И приходит какой-нибудь человек, который говорит, вот я вот хетский там, вот знаю там, шумерский, ну 50, был такой один, потом о нем отдельно. А мне надо еще и литовский вдобавок к этому для общего образования. Вот он не знает ни слова, ни звука по-литовски, но понимает все. То есть он понимает в 100 раз больше меня, что такое язык и как он устроен. И поэтому и преподавать одновременно тому и другому – это почти невозможно, свыше сил человеческих. Вот был такой у меня, фамилия его, кажется, был Рубинштейн, и был он человек из Нью-Йорка. Как? Конечно. Конечно, фамилия Рубинштейн, и он был из Нью-Йорка. И он мне как раз сказал, что я, говорит, вот знаю там вот гельский, шумерский, там древнеисландский, церковнославянский, естественно, многие другие, но вот балтийских языков не знаю. Вот нельзя ли у вас записаться? Я говорю, пожалуйста. И через один семестр он стал мне писать совершенно грамотные литовские письма, без единой ошибки. Говорил тоже хорошо. И тогда я его спросил, вот мы, литовцы, очень гордимся тем, что у нас язык архаичный, звучный, сохранил там индоевропейские окончания, которых латынь не сохранила. У них вир, а у нас вот вирос. Но, говорю, но при этом, но в основном мы гордимся тем, что он труден, что трудный язык. Вот вы знаете 50 языков, скажите мне, труден литовский язык или нет? Он сказал, ну, говорит, ну так, если честно, в средней степени трудности. Ну, легче санскрита. Ну, труднее, конечно, там древнегреческого, но это вообще, ну, я вам честно скажу, и литовский, и древнегреческий, и санскрит – это все ерунда. Вот навахо, вот это трудный язык, язык индейцев навахо. Вот такой был у меня ученик один. Как? С навыками говорю. Навыки говорю. Да. Да, и вот так вот. Еще вопросы. Я, кажется, очень растекаюсь мыслью по древу, но... Есть вопросы?
первая встреча с Бродским какая была? Первая встреча с Бродским была вот какая. Во-первых, первая встреча была с его стихами. И это был очень такой эмблематический случай. Володя Муравьев был такой великий человек, москвич, ныне, увы, покойный. Он меня повез в Лианозово смотреть подпольные картины Оскара Рабина. И мы смотрели эти подпольные картины, они в основном, как вы, наверное, знаете, состояли из того, что на свернутой правде стояла бутылка водки, такая уже начатая, и кусок селедки. И, естественно, смотреть их надо было тоже, так сказать, примерно в этой обстановке. И через какое-то время у нас у всех развязались языки, то есть, конечно, мы хвалили Оскара Рабина, мы восторгались и так далее, и так далее. И вдруг Володя Муравьев говорит, а вот в Ленинграде обнаружился совершенно гениальный поэт. И он стал, и он прочел наизусть глаголы и пилигримы Бродского. И я должен сразу сказать, я это всегда говорю, что мне эти стихи как-то скорее не понравились. Мне показались они и дурного вкуса, и, так сказать, мелодраматичными, и там пятое-десятое. Но было очень твердое ощущение, что этот парень далеко пойдет. Что вот он пишет, может быть, хуже, чем многие вокруг, а будет писать гораздо лучше, чем все остальные. Это ощущение у меня было. Вот так я узнал Бродского. Но самое замечательное, что когда мы вернулись в Москву, то казалось, что вот это, ну, это замечательное, это не то слово, но самое эмблематичное, скажем, это то, что в этот самый день умер Борис Леонидович Пастернак. То есть я, так сказать, в день смерти одного великого поэта узнал о существовании другого великого поэта. И это было знакомство с Бродским. Потом он оказался в Норинске, в ссылке. Я о нем много слышал от его знакомых и друзей, включая Анну Андреевну Ахматову, и читал его стихи, и переписывал их, и учил их наизусть, и довольно много этим занимался. И потом он вернулся и чувствовал себя в Питере довольно скверно, по разным, в том числе чисто личным причинам. И тогда Андрей Сергеев, переводчик и его друг, и в какой-то мере даже его такой метр, сказал, что вот не поехать ли тебе в Вильнюс. Там отдохнешь душой, и там есть хорошие люди. А Андрей Сергеев бывал в Литве, был знаком со многими вильнюсскими людьми и очень как-то полюбил Литву, был таким литуанофилом, хотя язык так и не выучил. И Бродский приехал к моему другу и другу Андрея Сергеева, Рома Сукатилюсу, ныне уже, увы, покойному, физику. И вот жил у Рома Сукатилюса. Я в это время был в Кярику, не более, не менее, как на летней семиотической школе, впервые и единственный раз. И там уже как-то чуть-чуть познакомился с этими, так сказать, с этой наукой или тем, что тогда ею называлось. Вернулся и в квартире Катилюса встретил Бродского. Мы пошли гулять по Вильнюсу, но он Вильнюс уже видел, то есть ему показали уже город, то есть показывать было нечего. Но он меня несколько, так сказать, обескуражил. Например, он спросил, как я отношусь к Галчинскому. Я сказал, прекрасно, помня, что он сам переводил Галчинского и переводил хорошо, и это, так сказать, это отчасти то, чем он тогда был знаменит. Он сказал, по-моему, очень плохой поэт. Я удивился, хотел спросить, а тогда зачем же вы его переводите, но не стал. И несколько таких подобных было странных стыков, для меня неожиданных, которые меня сильно обескуражили. Но потом мы как-то нашли общий язык. В основном на том, не на том, что нам нравилось одно и то же, но если нам что-то сильно не нравилось, то это, как правило, было одно и то же. Например, Евтушенко-Вознесенский. Ну вот, и вот так вот в Вильнюсе это произошло, а потом это продолжалось. Потом я 4 года прожил в Питере. Правда, года полтора из этого ушли на ссору, мы с ним поссорились.
Ну, если по моей вине, я там в одном частном к Бродскому, не имеющем отношения делу, вел себя нереально, и он дал мне это понять. Я возмутился и перестал с ним общаться. И он перестал со мной общаться. Потом это мы как-то опять встретились и как бы ни в чем не бывало продолжали разговор. Но знатный венцловед, они знали этого. Вы не знали этого? Нет. Ну вот это мало кто знает. Но года полтора мы были как-то врозь в Питере. А потом опять встречались, тогда уже стали встречаться чуть ли не ежедневно. А потом и в Нью-Йорке, и в Нью-Хейвене. То есть я жил в Нью-Хейвене, он в Нью-Йорке. Мы с моей женой Татьяной приезжали к нему в Нью-Йорк, а он со своей женой Марией приезжал к нам в Нью-Хейвен. И помнится, когда Татьяна моя устроила ему такой парадный обед, он спросил меня, она всегда это цитирует, очень этим гордится: «Томас, тебя всегда так кормят». Вот. Вот так вот, вот такое знакомство. Что оказалось, да. Всегда или нет? Ну, не всегда. Но нет, ну Таня умеет, если хочет, она может сварить неплохо. Так вот, это все, об этом всем я писал. И кроме того, существует такая вещь, как мой дневник. Дневник я пишу теперь уже 60 лет, причем ежедневно. Там есть один большой пробел. После смерти Пастернака и до 1967 года. Это очень важные годы, но вот они как-то выпадают. У меня был такой блок, так сказать. Я не мог писать дневник после смерти Пастернака. И потом опять начал и продолжаю. Каждый день пишу, в том числе и сегодня, и завтра. И это некий, так сказать, ну, некий первоисточник, скажем так. Опять же, очень нескромно скажу, что я как-то пошутил, что, собственно говоря, это лучше, чем дневник Кузьмина. Почему? Потому что такое дневник Кузьмина? Дневник Кузьмина состоит в большой степени из подобных кусков. Встал поздно, ел блины. Заходил Яков Михайлович, комментарий публикатора. Яков Михайлович, неустановленное лицо. Говорили о разном. Вечером пришел Миша, сначала куксился, потом был очень мил. И все. И так вот много-много дней подряд вот такие сведения. А у меня все-таки там есть, ну, правда, Миши там нету, потому что там скорее какой-нибудь Маши, но тоже бывают, но такие места, но там очень много записано, конечно, разговоров с тем же Бродским, с тем же Милошем, с разными лицами, в том числе и гораздо менее известными, но интересными. Я скажу о книге, да? И разговоры. Например, есть такая книга «Осип Бродский. Литва», и там есть большой кусок дневников про Бродского. Ну, да. Как большой? Небольшой, но очень содержательный. Нет, ну там есть такое, это публикация была в НЛО, в журнале НЛО была публикация «Последние три месяца Бродского в Советском Союзе». И это же перепечатано в книге о Бродском. Это вот день за днем разговор с Бродским перед его отъездом. Начинается с момента, когда он еще не знает, что уедет, и кончается с самим его отъездом, с самим днем его отъезда. И много разговоров на эту тему. Но мы с Михаилом Мильчиком, который сейчас, по-моему, глава музея Бродского в Питере, он тоже ведет дневник, и у него тоже эти три месяца записаны. И там есть как-то вот любопытное разночтение, что вот то, что мне казалось, произошло в один день, в понедельник у Мильчика происходит в среду почему-то. И не совсем понятно, кто из нас прав. Я-то думаю, что я прав, потому что я записываю по горячим следам, а он, может быть, через несколько дней и может ошибиться в дате. Но вот такой дневник есть, он продан в Ельскую библиотеку, и там лежит, ну, у меня, правда, есть копия, и, ну, надеюсь, что рано или поздно, сейчас я не очень еще спешу его предавать огласке, но
Но, значит, рано или поздно он будет полезен. Но тут есть проблема. Он написан на литовском языке. Вот, но разговоры, которые были сказаны на русском, идут на русском. Но, скажем, ремарки к этим разговорам, они уже на литовском. Ну, слава богу, вот появляются молодые литуанисты, которые смогут это когда-нибудь читать и извлекать оттуда полезную информацию. Так, все или еще не все, господа, да? Один вопрос. Да, один вопрос. Я хотел вас спросить по поводу Леонардовского сюжета, прошу простить. Леонардовского сюжета. Да-да. Значит, вы знакомы с Кропивницким, раз там были у Рабина, да? Ну, да. Знали ли вы Сатуновского? Некрасова, как вы относитесь к его стихам, к Сабиру, к Хорину? Вот этот сюжет. Обрисовать в целом. Я многих из них просто не знал лично. Холина знал. Ну, это как вам сказать? Я не против этого рода стихов, но я не могу сказать, что я большой фанатик и в большом восторге от этих стихов. Или скажем, от Плигова. Я не могу сказать, что я в большом восторге. У меня несколько другое понятие о стихах. Но это некое явление, которое имеет свое место, скажем так. Теперь вопрос был, на каком языке с Милошем? На польском. Милош знал немного литовский, то есть он мог читать литовскую газету, но он очень избегал говорить по-литовски, он стеснялся, потому не хотел портить язык. Но я говорю по-польски примерно как по-русски, так что проблемы тут не возникало. Милые друзья, если больше нет вопросов... Скажите, пожалуйста, вот Бродский написал «Венеция Бродского», да, скажем, да? Да? Ну, он считал, что Венеция его самый любимый город, он как бы и там похоронен и так далее, да? А вот вы побывали во многих местах, для вас, вот как для поэта, как для человека искусства, который несет, скажем, ну, какой город вообще, какое место для вас это ваше, скажем так? Вы знаете, я могу сказать, Венеция, конечно, но у меня даже тоже самого есть стихи о Венеции. Ну, потом, может быть, когда-нибудь. Но дело в том, что написать о Венеции – это такой небольшой экзамен для поэта. Это почти каждый пишет. Вот в литовской поэзии Генрика Сладауска тоже написала о Венеции. Кстати, очень неплохо. Как? Мы даже написали. Не слышу. Даже мы написали. Ну, да. Вот. И, ну вот, опять же, Ахматова делила, это, может быть, не она придумала, а, может быть, и она, не знаю, но делила людей, что есть два класса людей. Одни любят чай, собак и Пастернака, другие любят кошек, кофе и Мандельштама. Вот я люблю кошек, кофе и Мандельштама. Но люди, которые любят кошек, кофе и Мандельштама, кстати, Бродский тоже был из этих, они любят Венецию. А которые любят чай, собаки и Пастернака, любят Флоренцию. А вот у меня странный сбой, я больше люблю Флоренцию, чем Венецию. Но больше то и другое я люблю Петербург. И вот есть, так сказать, ну не самый лучший русский поэт, но, по-моему, строчки хорошие. Адамовича: «На земле была одна столица, все другое просто города». Вот когда я приезжаю в Питер, я как-то внутри, и не только внутри, я своей жене обычно всегда повторяю, она ужасно счастлива, потому что она петербуржанка. Вот очень люблю Петербург. Ну, а это выносится за скобки, это, так сказать, об этом не говорят вообще. А, ну вот если не говорить о Вильнюсе, тогда, пожалуй, Петербург, потом Флоренция. Мне очень нравится город Котор в Черногории, в окрестности которого я теперь часто бываю, скажем так. Но это город на 8 тысяч жителей, то есть это даже и не город, это такая адриатическая деревня, но это нечто великолепное. Ну вот, спасибо. А скажите еще, когда вот вам Бродский посвятил стихи, значит, как вы себя чувствовали? Прекрасно. Ну нет. Скажем, вы ответили ему тем же? Ну, у меня много стихов, связанных с Бродским. Посвящение ему, скажем так.
Есть и с посвящениями ему, но, ну, но, значит, чувствовал я себя, естественно, неловко, и сейчас чувствую. И, простите, опять же, поведу по этому поводу свою, может быть, пошловатую шутку, что когда меня представляют, вот это Томас Венслова, или я сам себе представляю, вот я Томас Венслова, я чувствую себя, как будто я говорю, вот я Анна Керн, потому что мне посвящены знаменитые русские стихи. Причем я всегда добавляю, что мы с Бродским не были голубыми, а очень-очень даже наоборот. Так что спасибо.